Привет, друзья! В этом году Велохоре 7 лет. И в этом году она будет совершенно другая. Что нам было важно знать для нашей идентики? Это то, что, опять же, это семейное, это должно быть что-то доброе, это должно быть что-то, что хотелось бы куда-то приклеить, ставить, носить, гордиться. Сейчас хотим подумать динамичный айдентик. То есть такую систему, такой скелет, он должен быть простой, компактный, но из него должны быть выходить любые версии, которые нам вздумаются. Другой выглядит как американский волк. Да. Да, сегодня даже в Мексике появился. Вот. Все, они учатся. Начиная с этого года мы делаем ее двухдневной. Первый день будет посвящен истории и культуре Молдовы. Второй день будет традиционным, он будет посвящен здоровому образу жизни. И это будет большой велопробег. Мы старались очень много взаимодействовать с участниками велохоры. Мы провели встречу с путешественниками на велосипедах. Мы провели ряд тренировок на велосипедах для тех, кто подзабыл, как крутить педали. Это в чем суть сегодняшней тренировки? Научить людей правильно кататься, ездить на велосипеде. Тренироваться, вспомнить, как это. Да нет, это все неправда. Я каждый день это делаю. Нет, на самом деле. Ты каждый день катаешь. Я всем рекомендую съездить, если есть возможность, в Черногорию, потому что она очень маленькая, она очень разная. Там есть горы, есть море, Неописуемо красивая, до 26 метров глубины видно. Питание, на мой взгляд, самая большая, которая мной наблюдается в нашей стране, в силу отсутствия, так скажем, традиций и участия государства в решении этих вопросов. Мы даже стали сотрудничать с железной дорогой. И в этом году они совершенно бесплатно привезли на велопору целый вагон с велосипедистами из Тирасполя. Что, понравилось? Супер, обалденно. Мы прием еще. Осенью хотим приехать. Может, разведем вас, чтобы еще осенью провели велохору. В первый день мы ждали большое количество семей с детьми, поэтому была организована специальная зона для детей. Была организована большая сцена, чтобы было не скучно их родителям, где они могли познакомиться с историей и сказками. Кстати, велохора была посвящена именно сказкам в этом году. Одна девочка поломала на репетиции руку. Сегодня мы заменили ее другой девочкой. Сегодня ищи! Репет я шел! Кенем фрунте, ной доримо, велонунте! Было у нас каждый день репетиции, и днем, и ночью, и в театре, и в институте. Сложность состояла в том, что готовых образов, готовых костюмов в наших театрах костюмерных не оказалось, и пришлось собирать их из разных мест. Мы обошли невероятное количество костюмерных театров, каких-то складов, спрашивали у знакомых для того, чтобы найти декорации, реквизит, костюмы на тему молдавских сказок. За реквизитом мы идем. Вот так выглядит склад молодого фильма. Мы сюда приехали для того, чтобы выбрать декор для велохоры. Кибитка откуда? Из какого фильма? Из фильма «Табор уходит в небо». Какая девочка? Какая девочка? На этой велохоре я отвечала за детскую зону. Мы с моей коллегой из Москвы создали сценарий станций, и он себя полностью оправдал, чтобы я несказанно рада. Дети волки путешествовали по стране молдавских сказок и научились лепить там разные аппликации, и делать из бумаги сундуки, и создавали себе сказочный образ. А еще у нас был отличный детский сад для деток от 3 до 8 лет. Если кто-то проходил мимо и видел, что там творилось, так дети стояли на ушах, как веселились, и родители не могли выпустить детей оттуда по 3-4 часа. Это была полная феерия. Из года в год мы стараемся сохранять социальный формат велохоры. Вообще мы хотим, чтобы это был абсолютно социальным праздником. Каждый год мы покупаем велосипеды и дарим их в детские дома. В этом году мы немножко изменили свои традиции. Мы выпустили серию специальных велосипедов, эксклюзивных велосипедов «Велохора». Все денежные средства, вырученные от этих велосипедов, пойдут
на лечение или помощь одному очень хорошему мальчику, который любит велохору, но который не может, не смог на нее в этом году попасть. Он болен раком, и мы надеемся, что эти велосипеды, вернее, деньги, вырученные от этих велосипедов, ему помогут. Все футболки велохора были напечатаны вручную. Сначала наносится один цвет, потом второй цвет, потом третий цвет. Потом футболки отправляются под специальный пресс. Классно сидят вообще. Раньше были широкие, а сейчас их фиксируют, как положено. Смотри. Пацан промоз. Вы задаетесь вопросом, а были ли сложности? При организации такого мероприятия всегда есть большие сложности. Я помню первое мероприятие, которое мы делали. Мы не спали несколько ночей. Мы думали, что на следующий год станет проще. Проще не становится, потому что с каждым годом мы усложняем себе задачу. В этом году были большие диорамы, посвященные сказке. Они были очень сложные в производстве. Было очень много нюансов, с которыми мы не сталкивались еще до этого. Это же размеры стеклышки, да. Либо прозрачная, либо вот постараюсь повторить какие-то элементы именно вот по цветам. Оргстекло будет круто. То есть у нее больший объем. Именно на эту сторону я прикрепляю пенопласт, уже начинаю играться. Да, какую-то ветку с колючками вот было бы классно. Да. И какие-то элементы уже будем по месту. Сама клеить, кора, уже которая... готовы, да. Сейчас мы будем делать циркуль по-молдавски. Мы стараемся делать идеально ровный круг. Для того, чтобы сделать, я убираю из этого всего фонтанчик для Зыны Зорева. Мы создали большой сказочный городок, частью которого были не только диорамы, но и целый ряд других конструкций, которые создавала отдельная монтажная команда. То есть от настоящего дома, который являлся инфопоинтом на нашей локации, до других не менее интересных конструкций, которые были разбросаны по всей территории сказочного городка. Было достаточно для всех, и для мальчиков, и для девочек. Мальчики стругали, пилили, использовали все возможные инструменты, которые можно было собрать в нашей мастерской. Девочки шили, резали ленты, украшали, гладили, собирали огромное количество декоративных элементов. Сказочный дом, там будут сказки, только сказки, много сказок. Мадьярские? Молдавские! Я пришиваю волосы на девицу. Девчонки, можно завтра участвовать в конкурсах, будут догонять, воровать его будут. Флажки, которые увидели, да, которые невероятно преобразили велохору в первый день, они были пошиты вручную одним человеком, и мы отдаем дань этому человеку, да, у нас? Да? Таня Бэби Джонсон. Молодец вообще, сделала, украсила. Я строчу флажки. Люблю их. И поехали. Прикинь, вот такие были бы они, не вот эти вот 20-метровые. Можно? Как Роман Ягубов вот это вот. Из-за того, что в проекте было задействовано очень много людей,
у нас происходили некоторые казусы. Бывало такое, что нам привозили заказ по печати, и от того, что оставляли непонятно кому, мы потом его искали 3 часа, потом оказывалось, что нам не достает каких-то элементов, и приходилось на ночь просить типографию перепечатывать нам то, что уже напечатали. Ворош, скажи, а где печать с диорам? Печать, вот эти вот персонажи наши, где они? Куда убежал Гугуцы? Всем куда интересно, Гугуцы? Все сегодня вечером ищут Гугуцы. Гугуцы убежал. Хорошо. Мы нашли Гугуцы наконец-то. Мы вчера искали 3 часа Гугуцы. Видела?